Более 200 детей из нашего округа посетили областную елку «Тайна вселенной Деда Мороза», которая прошла в Крокус-Сити-Холле. В новогоднем шоу приняли участие дети, которые воспитываются в социальных учреждениях. Дети из многодетных семей и дети-инвалиды. Перед поездкой они поделились своими ожиданиями с нашей съемочной группой. Чего ждете от елки? Ну, много веселья, подарков и... И радость. В Москву едем на елку. Там очень круто, я надеюсь. Я видел, что там был Дед Мороз и Снегурочка. Я была, ну, в Устьиге, я видела много, но очень хочу, чтобы меня удивили. Надеемся, что елка это понравится, потому что всегда ребят в Крокус-Сити-Холл ждут очень красочные представления, очень яркие, красивые персонажи, ну и, конечно, долгожданные сладкие подарки.